Лизия Паровой 6 лет, но назвать ее детство беззаботным и радостным нельзя. Девочка родилась со сложным пороком сердца. Диагноз ей поставили почти сразу же после рождения. Затем последовали операции на маленькое сердце. Если не провести еще одну, Лизе может понадобиться пересадка органа, а это опасно и рискованно. Нам никто не может дать никакой гарантии, не может сказать, хватит ли ресурсов сердца дожить до пересадки сердца. Но мы не хотели мириться с таким ожиданием угасания нашей маленькой девочки. Лизе нужна радикальная операция, которая восстановит анатомически верное строение сердца. В мире есть лишь единицы врачей, способные успешно провести эту процедуру. Один из них – доктор Педро Дель Нидо из детской больницы Бостона. Девочку готовы там принять. С Лизой мы познакомились осенью 22 года. И вот уже 8 месяцев идем сбор на ее лечение. Лизу уже ждут в клинике для коррекции порока сердца, но осталось собрать еще более 300 тысяч рублей. Дорогие волшебники, мы вас очень просим, не оставайтесь равнодушными и поддержите Лизу. Ей необходима ваша помощь. Стоимость спасительного лечения оказалась слишком серьезной – больше 200 тысяч долларов или 17 миллионов рублей. 98% от этой суммы уже собрано. Чтобы помочь маленькой Лизе, нужно отправить смс на номер 9112, указав любую сумму, тем самым пожертвовав не столько деньги, сколько шанс на жизнь. Ильсия Армухидинова, столичное телевидение, вся Уфа.